Конечно, я хотела снять вам запись, записать, точнее, не снять, а записать какую-нибудь тему полезную, художественную, но вот, к сожалению, у меня не открывается эта запись на файлах, и приходится сейчас, наверное, домой вернуться или распечатать, и в следующий раз уже по распечатанному прочитать вам, ну, потому что надо готовиться иначе. О, смотрите, здесь водомерчики еще есть. Так, и вообще, похоже, собирается дождь. Нужно возвращаться. Сейчас посмотрим здесь, как у нас с возвращением, потому что там с той стороны тоже есть пруд. Там были раньше уточки. Сейчас вот здесь посмотрим в этом парке. Я кормила уточек только не с этой стороны, а с той. Это большой пруд, а вот там будет маленький. Вот, и уже надо тогда идти будет на выход. Потому что здесь сейчас, как если дождь будет, то будет грязно. Я вообще прошла, но это как бы рискованно было там по лесочку с белками путешествовать. Ну вот, собственно, камыши. Сейчас там народ пройдет, чтобы вам народ не попадал. Пока вот камыши, смотрите. Или можно будет даже перевернуть камеру и заново все записать вертикально, как бы для Инстаграм, хотя я почему-то перестала включать Инстаграм, он этот хороший VPN, но, не знаю, тогда отвлекаешься настолько, что как будто ты живешь не в России, а ведь ты живешь в России, и у них Инстаграм не работает. И как общаться вот с такими, смотрите, тут бочки классные, с такими, как будто уже те, которые вот выбранные только там в этом сидят через VPN, а остальные не получаются. Вот смотрите, сколько уточек. Ну, они здесь всегда были, только я хлебушка им не взяла. Тут вот голубочки затерялись. Так, ну что, уточки здесь дикие, но они, вот видите, уже плывут. Они думают, что я им что-то приношу. А вот в том парке, где я вас водила, видите, что тут собирают. В парке, который у нас там рядом с храмом. О, мы шли вообще по направлению храм. Так что надо нам не отвлекаться и идти опять вперед. Уточек пока оставим. Вон, видите, как они ныряют. Прям туда с головой. Давай еще раз. О, молодец. Это у нас будет короткое видео для любителей курочек, уточек. Что-то там ловит на дне. И видишь, что-то там и вторая тоже решила понырять. Ну, хорошо. А это что-то тут ищет, ищет. Пестренькое. Ну да, молодцы, пусть ищут. Вот еще одна к ним приплыла. Ну, собственно, все. Уменьшаем отражение и пошли домой. Вот по направлению вон туда.